Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Христос в родительском доме». Картина английского художника Джона Эвереста Милли, создана в 1850 году, впервые появилась на выставках Королевской академии художеств. В этом же году вызвала большой резонанс в обществе и подверглась резкой критике за излишний реализм. Милли изобразил эпизод из детства Иисуса Христа. На переднем плане картины, рядом с плотницким столом, стоит на коленях Богородица. Она со состраданием, болью смотрит на сына. Мальчик, жалуясь, показывает ей рану на руке, похожую на стигму. Очевидно, он поранился гвоздем, который святая Анна выдергивает из стола с помощью щипцов. За столом Иосиф занят работой со своими помощниками. Юный Иоанн Креститель подносит Христу чашу с водой. На полу мастерской валяются свежие стружки, за дверью в загоне толпятся овцы. Это одна из немногих религиозных картин Милли, и она в соответствии с идеологией прерафаэлитизма проста и натуралистична, но при этом полна символов. Рана на ладони маленького Иисуса, капли крови на столе и гвозди обозначают распятие. Чаша воды – прообраз будущего крещения Христа. На заднем плане стоит лестница – намек на лестницу Иакова. А голубь, сидящий на ней, видимо, обозначает Святой Дух. Треугольник на стене символизирует Троицу. Овцы на заднем плане – невинную жертву. В свое время публике не понравилось, что художник изобразил святое семейство как обыкновенных людей труда. Чарльз Диккенс в своем периодическом издании «Домашнее чтение» назвал картину низкой, гнусной, омерзительной и отталкивающей, а газета «Таймс» окрестила ее как возмутительную. Критиковали также изображение Иисуса, который представлен как рыжеволосый еврейский паренек. Королева Виктория попросила доставить картину в Букингемский дворец, чтобы она смогла изучить ее. В защиту прерафаэлитов на странице «Тайм» выступил Джон Рёскин. Это послужило началом долгого сотрудничества между художественным критиком и прерафаэлитом. Впоследствии Милли изменил название картины. Она стала называться «Плотницкая мастерская», что совершенно не соответствовало первоначальному замыслу. Но такое описание картины я нашел в Википедии «Христос в родительском доме». Автор – английский художник Джон Эверетт Милли. Все, всем пока, всем привет, до свидания.